Спасибі, що залишаєтеся на сьомому телеканалі. Ви дивитесь Live Studio. Мене звати Євген Салтан. Я вас вітаю. Маємо свіжі дані від Центру соціального моніторингу, згідно яких, якби вибори до парламенту відбувалися у червні, то до Верховної Ради потрапили б 4 політичні сили. Мова йде про «Слугу народу», «Опозиційну платформу за життя», «Європейську солідарність» та «Батьківщину». Є ось ці дані, ми зараз будемо детально на них зупинятися разом з нашими гостями. Я вже готовий їх представити. Ганна Ятвецька, кандидатка соціологічних наук. Вітаю вас. Ігор Назаренко, політолог, та Василь Папушин, голова Київської районної організації ВО «Батьківщина». Вітаю вас. Добре. І ставимо питання нашим глядачам, чи готові підтримати «Слугу народу» на майбутніх місцевих виборах, так чи ні, долучаєтеся до інтерактиву. Цікаво знати електоральні настрої саме в Одесі, в Одеському регіоні. Також можете телефонувати до нашої студії, ставити свої питання або озвучувати свою позицію. Стосовно нашої теми, панове, з вами розбираємо, і пані, з вами розбираємо ось ці дані, які маємо від Центру соціального моніторингу, чи є дивиною те, що лідирує «Слуга народу»? І продовжує, я б сказав би так, продовжує лідирувати. Ну, смотрите, для меня это не, скажем так, не удивление, потому что рейтинг за год с 73% до, грубо говоря, 30% примерно упал, то есть он в два раза, ну, то есть вы считаете, что должны упасть еще больше? Ні, я просто веду до того, що був подібний рейтинг у травні. Тоді у «Слуги народу» були менші показники, а ось за цей місяць вони зросли. Ну, смотрите, у нас є така вещь, як ошибка виборки, і на тих опросах, які зараз проводяться, потрібно розуміти, как мы интерпретируем данные. То есть разница примерно в 5% для «Слуги народа». Это, для меня это не падение или увеличение рейтинга. То есть это хорошая вещь для журналистов, возможно, да, для того, чтобы обсудить, вот рейтинг упал, да, или рейтинг поднялся, но для профессионала это... Нам хочется зрозуміти, за рахунок чего він підіймається або падает. Ну, смотрите, поскольку все опросы проводятся методом телефонного интервью, и телефоны выбираются случайным образом, то у нас нет 100% гарантии, что мы наберем репрезентативность. То есть мы, скажем так, мы соблюдем представительство всех областей в нашей выборке. Да, с точки зрения построения выборки все хорошо, все отлично, но за счет того, что мы выбираем случайным образом телефоны, а у нас телефоны не привязаны ни к области, ни к, скажем так, ни к личности респондента, то, соответственно, у нас нет гарантий, что у нас не пойдет какой-то перекос выборки, и у нас не попадет, допустим, чуть больше, например, южных областей и чуть меньше западных. Или наоборот. И в зависимости от того, кто, кого больше попало в выборку, вот этих 5% и могут сыграть. То есть тут... Дякую. Зараз чуємо представника «Батьківщини», і хоча, згідно цих даних, ваша політична сила проходить до парламенту, але там на п'яте наступає сила і честь, і громадянська позиція. Ну, вы знаете позицию нашего лидера, нашей партии. Мы, в принципе, как партия структурная и постоянная. Стабильно, мы так? Примерно, да, ощущаем настроение нашего электората. Почему? Потому что у нас есть действительно наши партийные организации, партийные ячейки, и мы по притоку, оттоку наших сторонников видим четко, больше их стало или меньше. В данном случае есть небольшой приток молодежи. То есть люди среднего возраста не мигрируют из партии в партию, а люди пожилого возраста, они как были патриотами «Батьківщины», так и остались. То есть говорить о том, что «Батьківщина» где-то сдает или прибавляет в каких-то позициях, правильно сказал уважаемый представитель социологов, да, в данный период очень сложно как бы конкретно разбираться с этими данными. Говорить о том, что мы как-то почувствовали это, да, мы только видим настроение народа и наши, учитывая мнение наших сторонников нашей партии, которые отзываются там либо хорошо, либо плохо о действующем президенте, но отзываются не совсем хорошо, скажем, о представителей, о представителях в Верховной Раде. Но я имею возможность отвечать только за сторонников нашей партии и за членов нашей партии. А ось те, що Святослав Вакарчук заявив про те, що він складає мандат, це якось вплине на електоральні настрої людей?
Ну, смотрите, у них... Кому дістануться голоси від голоса? Кому дістануться голоси від голоса? Ви знаєте, сложно сказати, поскольку там не так много у нього, то есть на сьогоднішній день це порядка там 5% плюс-мінус, то я, если честно, я бы не делала такие прогнозы, они могут равномерно распределиться между всеми, могут, допустим, логично, что они пойдут к каким-то плюс-минус более патриотически настроенным партиям, то есть это может быть «Слуга народа», это может быть «Европейская солидарность», это может быть та же «Батьковщина», то есть это какие-то такие, скорее всего, партии, то есть это не ОПЗЖ и не Мураев, но... Вот сказать куда, понимаете, вот все сегодня все социологические опросы, с учетом того, что у нас там порядка 20%, даже больше, чем 20%, не определившихся, затруднившихся или не давших ответ, они, ну, такие очень... То есть, да, есть, допустим, партии, которые достаточно стабильны, как, допустим, «Европейская солидарность» и «Батьковщина», которые стабильно набирают какой-то процент голосов, и у которых есть партийные организации, потому что, например, вот, да, у «Батьковщины» у них хорошая партийная структура, и, то есть, свои, грубо говоря, там 12-13% за счет вот этой партийной структуры они наберут, и, ну, то есть это работает. А, допустим, да, у того же «Слуги народа» на сегодняшний день нет, да, партийных ячеек, у них нет на местах никакой структуры. То есть сложно уже сказать. Уже начинают створювати да. штабы и в местах, и в регионах. Понимаете, тут вопрос в том, когда, да, когда у нас будет старт местных выборов. Вот в чем вопрос. Мені здається, вони і не закінчувалися. Знаєте, всі передвиборчі перегоди офіційно мають стартувати коли? В липні, наприкінці липня або серпні. Стосовно «Голоса», ось з'явилася ця інформація, що «Голос» йтиме на вибори самостійно. У великих містах будуть свої кандидати. Така і заява пана Ігоря. Ну, «Голос» будет съеден европейской солидарностью, это как бы без вариантов. Может быть, кто-то там попадет в «Батьковщину», но это маловероятно, потому что они считают, что это как бы их лидер – это кремлевская кукушка. Вот, поэтому, собственно говоря, я как человек, работавший в 2014 году в «Батьковщине», знаю все проблемы этой партии. Она действительно реальная партия, системная партия, которая сохранилась, это такой динозавр, потому что все современные партии, ну, у нас еще была партия регионов, она была построена по принципу КПСС, да, с ячейками, ну, как положено, да, вот. А все остальные, это у нас виртуальные проекты, они существуют только на телевизоре, время от времени хаотично возникают какие-то там штабы вот этих вот местных баронов, которых перекупают. Я просто знаю, как бы, как это все устроено, даже в той же европейской солидарности, как бы наша группа политтехнологов предлагала Петру Алексеевичу в самом начале, когда он только стал президентом, строить ему здесь европейскую солидарность. Я сказал, не надо, у нас будет партия телевизора, у нас все схвачено, местные обороны подхватят своих людей, и как бы никакие политтехнологи нам не нужны. Ну вот как бы мы видим, к чему, так сказать, это привело. Относительно рейтинга зеленых, да, там 70%, ведь 70% это же был их протестное голосование, конечно, когда Петр Алексеевич им надул вот эту раскрутку спирали молчания, да. А вот сам, собственно говоря, рейтинг надо было смотреть по первому туру, когда у него был первый тур, когда еще были вот все-все-все-все-все-все, он примерно такой же и был. То есть на самом деле вот есть какие-то там зеленоверы, да, вот, вот они довольно стойкие, вот в рамках этих 40% они так и болтаются. Пане Василь, тут були закиди на адресу вашого лідера, будь ласка, буде відповідь. Ні, вони так вважають, я так не вважаю. Уже привик і в студіях, і на встречах з людьми постійно приймати удари за Юлію Володимирівну. Уже мільйон раз обсуждалось, що благодаря тим же політтехнологам і вливанням фінансових очернили, зробили все це нікакого під собою нікакого основання не має. Ну, да Бог з ним, як говориться. Продовжуйте в тому ж духі. Я хочу сказати, що
Может быть, к вашему удивлению, но за последнее время в партию вступило достаточно большое количество бывших сторонников Петра Алексеевича Порошенко. Не думаю, что для вас это секрет. И поэтому перетекание электората «Голоса» однозначно в копилку ЕС я бы тоже считал преждевременным. Настолько все динамично, настолько все нестабильно и сейчас меняется, что в данном случае даже наша позиция скорее она выжидательна. Поскольку мы имеем четкую структуру и у нас есть определенный свой электорат, который мы пытаемся удержать, работаем на удержание до этих выборов. И поэтому я хочу сказать одно, что сейчас какие-то скоропостижные делать решения было бы достаточно нерационально, поскольку даже в вашей же студии, когда начиналась президентская гонка, когда говорили, что у Батьковщины был такой фальстарт, скажем так, я осмелился сказать и признаю это, что я говорил не фальстарт, все будет нормально. Но Зеленский просто разорвал шаблон на тех выборах. У третьей Сейчас словами никто не будет бросаться. Абсолютно верно по рейтингу, что он плывет вперед-назад. И все это очень сильно зависит от ситуации и от кармана. Это зависит, я так думаю, от дій ваших оппонентов. Совершенно верно. И от кармана избирателя, от кармана голосующего. Как известно, чем голоднее человек, тем более он радикален и более открыто выступает против той или иной силы. Ну, сьогодні з'явилася цікава теза. Втрачені Зеленським голоси йдуть до проросійських сил. Саме про це заявив гендиректор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто в інтерв'ю «Укрінформу». Я його цитую. Зменшення рейтингу Зеленського призводить до того, що його голоси йдуть не до «Голосу» чи до Порошенка. Все, що він втрачає, отримує, наприклад, партія «Шарія», яка зараз підвищила суттєво свій рейтинг. Також йдуть голоси до партії Медведчука. Ну, смотрите, украинский народ отличается протестным поведением. То есть то, что мы наблюдаем на протяжении последних, грубо говоря, с 2005 года, с 2004 года, это просто, скажем так, да, последовательные протестные шаги. То есть все голосования были не за кандидата, а против. То есть абсолютно все президентские выборы, выбор делался не за кого-то, да, то есть в 2004-2005 году голосовали не за Ющенко, а против Януковича. В 2010 году голосовали не за Януковича, а против Тимошенко и против Ющенко. В 2014 году точно так же голосовали, был единственный вариант, может быть, когда это был не протестный, это когда, все поверили, может быть, да, и в первом туре выбрали, вот, пожалуй, это был единственный вариант, но, опять же, его привели к победе на президентских выборах. При помощи манипуляций, гнусных манипуляций. Опять же, протестные действия. Згадайте ті заклики, мовляв, не треба розтягувати на два тури, у нас йде війна, давайте у першому турі оберемо Порошенка. Да, и в принципе, по большому счету, все предыдущие, скажем так, действия, то есть ведь Майдан, он пришел к власти, да, к тому, что его выбрали, именно на волне протестных действий. И это было, то есть так или иначе, это тоже было протестное голосование. И в принципе, где-то примерно с конца 2015 года мы тоже стали отмечать уже в исследованиях, что люди опять захотели новое лицо. То есть, в принципе, то, что сейчас выиграл на выборах Зеленский, это было предсказуемо. То есть, если бы был не он, а кто-то другой, но это было бы новое лицо, он бы ровно так же выиграл выборы, как и Зеленский. То есть здесь, в общем... А вот интересный вопрос. А почему так? Вот почему, украинский народ выбирает все время протестное голосование? Знаете, наверное, потому что они хотят все и сразу. Что люди считают, что после революции у них сразу все будет хорошо. А сразу хорошо после революции не бывает. Либо это не революция. Вариантов всего лишь два. Люди думают, что президент может все и одразу. Да. Мало этого. И люди забывают, что нужно начинать с себя. То есть если каждый на своем месте будет делать вот тот кусок работы, который, грубо говоря, у него в должностных обязанностях написан и будет делать этот кусок работы хорошо, то, наверное,
будет как-то все по-другому, потому что, да, проще всего протестовать и говорить, какие все плохие, и не выполнять свою работу, чем, да, просто выполнять свою работу, и, да, если каждый мы будем... То есть эта система нельзя, да, поменяв, грубо говоря, один элемент, даже если он на вершине этой системы стоит, и сказать, все, система поменяется, так не бывает. Если я не ошибаюсь, в одной из скандинавских стран, в Швеции, у них вся вот эта политическая система завязана на том, что каждый житель совершеннолетний, он является членом того или иного гражданского движения. Это не всегда партия. И когда у них происходят выборы, принятие каких-то решений, каждый гражданин, он ответственен за то решение, которое принимается. То есть у нас же большинство людей, мы говорили о том, что слуги разворачивают оперативно штабы, открытый просто офис и посадить туда кого-то представителя секретаря, это еще не есть партийная районная организация в том виде, который хотим. И мы говорим о партийных ячейках «Слуги народа». Для того, чтобы их создать, необходимо этих людей довести до этого, выдернуть их из дома, довести их до этого партийного офиса, и для того, чтобы они стали слугами народа, то есть членами партии «Слуга народа», это огромный, это длительный очень процесс. Это так быстро, как наша большая стройка или 500 тысяч рабочих мест, не делается просто-напросто. Так вот, мы говорим о том, почему люди поступают так или иначе и хотят это быстро сделать. Вы абсолютно правы, все хотят все здесь и сейчас. Но для того, чтобы влиять на ситуацию в целом, они должны объединяться вот в такие гражданские общества, которые управляются. Я, опять же, если я не ошибаюсь, в Древнем Риме и люди, которые не принимали участие в общественной жизни, назывались таким словом, как слово «идио» и дальше. То есть слово походит вот оттуда. То есть тот, кто не принимает участие в социуме, в его жизни, в его развитии, то есть он таким вот словом обозначался. То есть нужно прежде всего, я не говорю о том, что наши жители являются, скажем, этим словом, я хочу сказать к тому, что у нас гражданским словом являются те, кто находится на выборах, знаете? Я говорю о чем? Что каждый должен принимать участие в этой жизни. Если ты хочешь что-то поменять, то будь добр, становись вот в этот вот строй. Вот политтехнологи, политологи прекрасно знают, насколько это тяжелый труд. Все своей головой обнять, все понять и все сообразить. Точнее, ті, хто ходять, я це мав на увазі. Нещодавно, як ви знаєте, відбулася презентація такої політичної сили, як пропозиція, більш відома, як партія мерів. На цій презентації були міські голови декількох міст, а саме Дніпра, Миколаєва, Чернівців, Житомира, Кропивницького та Каховки. І тут питання. Наш міський голова Геннадій Труханов, чи долучиться до цієї партії мерів і чи не стане він токсичним для цієї політичної сили? Ну, поки що складно сказати. Я розумію, що, з однієї сторони, да, у нас зараз прийнят закон, що можна йти на вибори, на місцеві вибори, тільки будучи в якоїсь партії. И здесь вопрос, скажем так, больше как раз не к социологам, а, к, может быть, к политтехнологам, насколько выгодно Труханову идти от партии мэров или от какой-то другой партии. То есть здесь скорее... И питание в том, чи выгодно ці політичні сили, аби до її складу увійшов Геннадій Труханов, за яким погодитися тягнеться шлейф. Ну, если мы копнем, то я думаю, что у нас за любым мэром тягнется такой или другой шлейф, больше или меньше, но сложно сказать, как, да, как я говорю, что это скорее вопрос к политтехнологам. Ну, окей, давай это политологам. Беру мяч. Значит, что у нас на электоральном поле Украины уже, так сказать, вызрело и вопиит? У нас должно в ближайшее время возникнуть две партии. Это партия мэров или местного самоуправления, назовите ее как-то вот как угодно, значит, которая, в принципе, ну, партия мэров я не хотел бы назвать, это партия, связанная с местным самоуправлением, потому что у местного самоуправления есть определенная, ну, назва может быть яка завгодно. Значит, тут вопрос в том, что есть местное самоуправление, и у него должно быть политическое представительство. И, в принципе, страна к этому дозрела, сработает ли пропозиция, не сработает, про это мы увидим. Сейчас же будут еще терки между мэрами, там у них свои как бы проблемы. И второй вопрос, это вот то, почему, собственно говоря, вот эти наши многие партии воспринимаются народом как фальшивые, и постоянно идет протестное голосование, им из-за того, что, как говорили старые актеры, публика дура, но ее не обманешь. Она фальш чувствует, когда вот эти вот фальшивые политические проекты, и вот этот вот
вот не буду его называть, но все поймут, о ком я, который типа пророссийский, а он же насквозь фальшивый. И как бы поэтому идет перетекание не к ним, а идет к шарикам, потому что народ еще пока верит Шарию, он его еще не потрогал, он еще не понимает, что это такой же Зеленский, только красного цвета. Вот. Но, в принципе, как бы с технологической точки зрения та же песня. Вот. И второй проект, который должен быть, где Юлия Владимировна, я считаю, потеряла, это социальный проект, социалистический проект. Им Батьковщине, я еще это говорил в 2014 году, станьте новой социалистической партией Украины. Запрос колоссальный на это есть. Но Юлия Владимировна то за Стерненко, то еще где-то обгадится. Ну вот делает она постоянно диверсии своей партии. Ну что ты сделаешь? Такова життя. Значит, то есть запрос на самом деле на два проекта. На большой проект местного самоуправления и большой проект социалистический. Потому что у нас даже Конституция, у нас же социальное государство. Никто же не выкинул социальное государство из Конституции. Не смогли они это сделать. И народ у нас сейчас проголосовал. 33% об этом никто не говорит. Сейчас замерили же, рейтинг замерил. Значит, 33% говорят о том, что распад Советского Союза – это негативное явление. Это о чем говорит? Да они уже не помнят тот Советский Союз, даже те, кто там жили. Да. Но тема социального запроса. Тема модернистского государства. Ведь не построит Украина сегодня МРИЭ. Все президенты фотографируются на фоне самолета МРИЭ. Но мы не можем сегодня при вот этой феодальной системе, которую мы создали, даже не создали, она сама создалась, вот этим барьем, которое сменяет друг друга, и теми фейками, политическими проектами, которые постоянно дурят народ, и народ поэтому же голосует против. Зараз почуємо ще одну точку зору. З нами телефоном Валентин Гладких, політичний експерт. Перед «Слово і діло». Пане Валентине, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Ось тут у студії торкнулося майбутніх місцевих виборів і намагаємося зрозуміти настрої електорату. І цікаво почути вашу точку зору. Запит на які проєкти буде у нас у жовтні, на ті, які існуючі, можливо, спільнота хоче бачити нові політичні сили, можливо, навіть пропозицію, бо як її називають, партія мерів. Ну, по-перше, хотів би погодитися з гостем у студії з приводу того, що є запити на достатньо велику партію лівого спрямування. Це однозначно, безумовно, що буде запит і на проекти, які будуть зосереджені на втілення в життя тих от принципів, які фіксуються сьогодні в змінах до Конституції в частині децентралізації. Але також хотів би зазначити, що насправді нікуди з порядку денного не зникла ще одна тенденція, яка була провідною і на минулих виборах, і на позаминулих виборах. Це тенденція до оновлення і очищення політичного класу. Тому там от згадували Батьківщину. Ну так і Юлію Володимирівну Тимошенко. Так треба зазначити, що от саме в цьому аспекті вони якраз чітко зорієнтувалися і в Києві сьогодні. Там київський міський осередок очолює той же самий Віталій Нестор. Я думаю, що мало хто знає це прізвище. Ну але це молода людина, якій дали карт-бланш для того, щоб він якось вдихнув нове життя, да, в місцевий осередок. Те саме, до речі, говорять, що робить і в інших містах України. І я впевнений, що ті самі кроки, ну ті партії зі старих, які хочуть дійсно якось зберегтися, вони просто приречені тримати курс також на оновлення і на омоложення. Бо інакше вони просто вимруть природним шляхом, да, в силу біологічного старіння своїх членів. Тобто це та тенденція, на яку також треба зважати. І вона торкнеться, ж наголошую, всіх політичних сил. Що стосується конкретно цієї так званої партії мерів, мерців, я би так її назвав, то я би не став робити з нею культу. Я думаю, що це абсолютно мертвонароджені проекти, і навряд чи їм вдасться конвертувати рівень підтримки кожного окремого мера в рівень підтримки загальної партії. Тим більше я почитав там ці заяви Філатова на Фейсбуці з приводу того, як він бачить програму своєї партії. Так це якраз той феодалізм є, про який ваш гість і сказав. Тобто просто хтось, розумієте, в чому справа? Вона або є синергія органів центральної влади, органів місцевого самоврядування, і тоді вони йдуть як хвиля однієї довжини, вони посилюються. Або синергія відсутня, і тоді це хвилі різної довжини, які гасять одна одну. Тому в даному випадку органи місцевого самоврядування вирішують одне коло проблем,
а органи центральної влади вирішують інші кого проблем. А якщо ми просто бачимо цей от феодалізм, як передбачте, ми заберемо у вас все взагалі центральної влади, зробимо центральну владу взагалі номінальною, а ми будемо більш ефективно вирішувати проблеми. Слухайте, це є маячня і фантастика. Тому що якщо б ми дійсно сьогодні спостерігали, що центральна влада не ефективна, а органи місцевого самоврядування демонструють дивовижну ефективність, ну, тоді можна було б так ставити питання. Натомість, ну, є цілком очевидні підстави стверджувати, що рівень виконавчої майстерності, якщо хочете, якщо центральної влади, що органів місцевого самоврядування, він є приблизно співмірний. І нічим не краще здійснюють свої функції органи місцевого самоврядування, чим свої функції здійснюють ну, центральна влада. Тому що це, в принципі, ну, кадровий потенціал. І там є достатньо низьким. Більше того, давайте чесно собі зізнаємося, що все-таки ну, столиця і центральна влада, да, центр завжди є привабливим. І все одно все найбільш прогресивне, найбільш розвинене, все одно буде тяжіти до столиці, все одно буде тяжіти до центру. А відповідно в регіонах ще більше цей от, ну, брак кадрів буде відчуватися. Тому я би все-таки не хотів би, щоб оці от регіоналістські проекти, я би так їх назвав, які спрямовані на феодалізацію країни, вони ну, дозволили собі обдурити українських громадян вкотре от цією риторикою, яка насправді ну, може мати, скажімо так, негативні наслідки на розвиток української держави. Дуже вам дякую за те, що долучилися до роботи лайв-студії. Валентин Гладких був з нами телефоном, почули його точку зору, судячи з реакції гостей, ви погоджуєтеся з тим, що почули стосовно висловлювання Бориса Філатова, міського голови Дніпра. Він, коментуючи цю політичну силу, пропозиція, зазначив, що, звісно, ми хочемо, щоб наша партія отримала успішний результат на місцевих виборах. Це перша мета. Далі будуть парламентські. У нас є візія, у нас є пропозиція, і ми знаємо, як це зробити. Ну, знаєте, знову ж таки, мені здається, дуже багато популістських висловлювань. Ледве чи не від кожної політичної сили. Ми чуємо, у нас є своє бачення, ми знаємо, як зробити країну кращою і так далі. Ну, я проілюстрирую высказывание уважаемого эксперта цитатой из британского политического юмора. Когда один из, так сказать, секретарь кабинета министра приходит к секретарю министерства, он ему говорит, что вот мы поручим вот это дело местному самоуправлению. Секретарь министерства говорит, как? Ведь местное самоуправление характеризуется вороватостью и некомпетентностью. На что секретарь кабинета министра сказал, что говорит, именно поэтому мы поручим им этот вопрос. Знаєте, якщо проєктувати ось ці дані, які ми маємо від Центру соціального моніторингу на майбутні місцеві вибори, чи дійсно ось ці чотири політичні сили є реальними претендентами на те, аби увійти до міських, селищних, обласних рад? Ну, смотрите, у нас есть, по крайней мере, в Одессе, у нас есть достаточно с хорошим рейтингом пока что, да, та же партия «Доверяет делам», которую, опять же, да, все понимают, что это она ассоциируется с Геннадием Трухановым. Вот. И... Вы думаете, у них высокий рейтинг? Ну, не маленький. Он упал на волне, скажем так, да, после, да, всеобщей эйфории, и он упал после президентских выборов и после выборов в Верховную Раду. Но, в принципе, я думаю, что если сейчас померить рейтинг, то он не будет настолько низким, каким он был, допустим, да, в июле прошлого года. Я знаю, є така інформація, що політична сила «Довіряє ділам» готували свій рейтинг, але коли побачили реальні результати, то навіть його офіційно не публікували. Так тут, понимаете, принципіальна штука – это отличать личний рейтинг мера і політичної сили. Потому что основная проблема всех мэров и Геннадия Леонидовича в частности – это недооценка своей собственной политической силы. Они считают, и я был свидетелем этого высказывания, о том, что... И если мэр то же самое, я не думаю, что он тут оригинален. Он говорит, что вот, мы хозяйственники, мы по большому счету главное тут вот, так сказать, метем метлой по городу. А зачем нам политические проекты? Вот. То есть у них вот такая иллюзия. Они считают, что для них главное, так сказать, содержание хозяйства в порядке, и, собственно говоря, политика не их дело. Но дело в том, что они включены в политический процесс
раз они участвуют в выборах, они уже автоматически становятся субъектами, объектами политического процесса страны в целом. И недооценка, а она имеет место, и вот эти все же, посмотрите, как эксперты относятся не только к нашим доверяя делам, а вообще к вот этим вот проектам мэрских, мерзких и прочих вот этих вот партийных образований, псевдообразований, я бы иногда, да, вот. А они не могут они мыслят, к сожалению, ну вот категориями участка на пляже. Ну вот они застолбили участок, вот такой фиот. Ну на пляже, ну в Одессе, ну фиот. И понимаете, и он посадил там какого-то своего феодала, а тут имеет сюзерена над ним. А те назвали сюзерена, говорят, а над ним Геннадий Леонидович главный сюзерен. Ну чем вам? Это же классическая феодальная система. У нас є телефонний дзвінок, телефонує пані Віра, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Так, слухаємо, кажіть. Я от слышу те останнє звістя, потім ваш канал, много каналу слушаю політичні. І всі говорять, що ця партія така сама, як предыдущая. Почему ж не можу зняти этого Зеленського? Он все подписывает и подписывает такие бумажки, що Україна вже вибив почву українську под з українців вибив почву всю українську. Власно, дайте ще людині попрацювати. Вона лише рік знаходиться на своїй посаді. І пам'ятайте, що у нас парламентсько-президентська все ж таки країна. На все залежить у нас від одного лише президента. У нас буквально вже немає часу. Так люди ж йшли за Зеленським, тому люди йому і пред'являють претензії по телефону. Це логічно, да. Тобто говорити о том, що він з людьми, він должен був прийти зі своєю командою, зі всіми наработками. А у нас вже третій Кабмін. Уже третий Кабмин. Естественно, бабушка выражает свое мнение, что она обращается к президенту, потому что они выбирали телевизор, на котором был Зеленский. Ну, все логично. Он весело логично, смешил. Да. Тут абсолютно кожен має право висловити свою позицію. Спасибі вам. Ще одне питання. Ви не забудьте, все ж таки на майбутніх місцевих виборах люди будуть голосувати за політичну силу чи за персону? Вы знаете, на местных выборах люди все-таки голосуют за персону, потому что политическая сила, какой бы она ни была, это политическая сила, это, грубо говоря, никто. А на местных выборах все понимают, что действовать будет конкретный человек. И, соответственно, все-таки голосуют за человека, не за политическую силу. Хотя, если бы выборы были в скажем так, в прошлом октябре или сентябре, то голосовали бы, конечно, скорее за политическую силу, чем за человека. Панове. Ну, на местных выборах, тут я не могу не согласиться, на местных выборах чрезвычайно принципиально людям видеть конкретных людей. То есть, вот приведу пример партии. Немає часу, дуже коротко. Да, значит, пример Олега Ляшка. И вы помните, на предыдущих выборах в 2015 году партия сюда шла, и у них был высокий рейтинг. У Ляшко тогда что-то то ли 16%, какой-то бешеный рейтинг был еще. Вот. И они говорят, ну, 8 мы возьмем, то есть точно заходим. Я говорю, если у вас не будет здесь людей, люди не будут видеть представителей Ляшка, они не проголосуют. И они, по-моему, 1% не взяли. Я считаю, что все-таки со счетов скидывать именно голосование за лидера той или иной политической силы было бы несколько опрометчиво. То есть все равно люди, большинство будет голосовать за партию и за политического лидера. А вот на местах они, конечно же, будут голосовать за живых людей, фотографии которых они увидят у себя в районе, на своих участках. Поэтому я и согласен с вами, и в то же время оставляю право за собой сказать, что все-таки телевизор, опять же, личность Зеленского, личность Юлии Владимировны Тимошенко и других лидеров все-таки будет оказывать влияние на электорат. А ось после того, как Тимошенко заявила, что підтримує Ляшка, підвищиться его рейтинг? Вы знаете, наша партия находится в оппозиции, а Ляшко Зеленского не особо жалуют. И с учетом того, какой рейтинг у Ляшка и какие у него шансы там пройти, обойти слугу народа. Скорее всего, я поддержу нашего лидера, и лучше там уже будет Ляшко, чем еще один зеленый депутат Верховной Ради. Ну, до речи, Ляшко уже был в Батьківщині. Ну, да. Чего уж греха таить. Я дякую вам, но думаю, ще не один раз беремося в цю студію, будемо аналізувати майбутні місцеві вибори. Там, можливо, і будуть вже і парламентські. Ну, це поки що гадання на кавові гущі. Підводимо підсумки нашого інтерактиву. Чи готові підтримати слугу народу на майбутніх місцевих виборах? 51% наших глядачів кажуть, що так, 49% кажуть, що ні.
Дякую, що завітали. Ігор Назаренко, Василь Папушин, Ганна Ятвецька були гостями цієї інформаційної години. Мене звати Євген Салтан. Далі дивіться світові, а вже о 19.20 проєкт моїх колег Ольги Гвоздецької та Олега Михайлика «Одеса, мої мечти».